Молодец, я так ждала. Это именно Мерседес. Мерседес была названа машина в честь дочери, которая была, как повезло ей, дочкой владельца этой фабрики. В Запорожском центре людей, живущих с ВИЧ, праздник. Ко дню 8 марта работники центра решили порадовать детей из неблагополучных семей. И детки сами говорят, давайте все-таки весна, что-то придумаем. Мы вот общими усилиями вместе собрались, там что-то по чуть-чуть собрали везде. Так и получился у нас небольшой праздник. Юля в группе подростков самая маленькая, ей всего 10, но девочка уже решила, кем станет, когда вырастет. Или адвокатом, или прокурором. К празднику детвора готовилась несколько дней. Кто поет песни, кто танцует, а вот Юля подготовила стих. Весна приносит обновление, улыбки, счастье и цветы. За выступление обязательно подарок. Спасибо тебе большое, моя хорошая. Я надеюсь, что в следующий раз ты запишешь своим почерком. После выступлений, викторин и подарков мастер-класс по восточным танцам. Благотворительная организация «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ» в Запорожье существует уже 10 лет. Только за последний год социальные работники помогли более 700 детям. Занимаемся конкретно сложными подростками, это детьми улиц. Выходим на улицу, ищем их, приводим сюда в центр, предоставляем определенные услуги, занимаемся, консультируем их. В центре дети получают не только материальную помощь, но и, главное, психологическую. Мне нравятся соцработники, они очень хорошие. В Капитошке тоже соцработники хорошие. Нравится с детьми гулять тут. С Русланой, например, с Ирой. Мне еще есть подружка Андриана, тоже хорошая девочка. Я тут рисую. Иногда Елена Михайловна помогает уроками заниматься. Работники благотворительной организации стараются по возможности дать детям все необходимое. Но для детей все равно важно, чтобы рядом была мама. Мамин праздник, день весенний, озорной, хоть еще морозы. Я скорее бегу домой и несу мимозы. Юлия Козыряцкая, Сергей Чалый, ТВ5.